بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лям, Мим. Сура Аль-Бакара открывается этими буквами арабского алфавита. Чтобы обратить внимание на чудо и неподражаемость Корана, который хотя и не послан на арабском языке, но неповторим. Кроме того, эти буквы привлекают внимание слушателя благозвучности Корана. Данная совершенная книга Коран, которая является нашим руководством, не допускает никакого сомнения в том, что он ниспослан Аллахом и пронизан духом правды, ведущей к истине. Коран – руководство для богобоязненных и благочестивых. Это те, которые сильно верят в тайны и в то, что не может быть постижимым или понятым зрением, как ангелы или последний день. Ведь основа искренней веры и религия – вера в сокровенное. Те, которые превозносят Аллаха и смиренно выстаивают молитву. Те, которые из того, что наделил их Господь, расходуют на благие дела. Это те, которые искренне верят в то, что ниспослано тебе, о Мухаммад, Коран, и во все, что содержится в нем, и соблюдают его заветы и установления, верят во все, что предписано Аллахом, и в книги, что были ниспосланы до тебя, о Мухаммад, другим пророкам, Тору и Евангелие. Поскольку у всех посланий Аллаха одна основа, и твердо убеждены в наступлении судного дня, в награде и наказании в этот день. Эти люди находятся на прямом пути, и от Аллаха руководство для них, и они достигнут успеха. И будут счастливы награды от Аллаха за их повиновение Всевышнему и отстранение от запрещенного.